В Нягане реализуют проект «Бабушка на районе». В одном из дворов города появилась детская оздоровительная площадка, на которой организаторами игр и вожатыми для ребят стали жители серебряного возраста. Развлекать детей и отвлекать их от гаджетов пенсионеры будут по очереди, каждый день образуя команду из 5 человек. Для юных няганцев активистки подготовили насыщенную программу. В июне ребят ждут конкурсы, спортивные эстафеты, активные интеллектуальные игры. На поддержку регионального гранта в 250 тысяч рублей были закуплены настольные игры, спортивный инвентарь, ноутбук с микрофонами, входная арка, палатка на случай яркого солнца или дождя, галстуки и небольшие призы. Бабушки на районе уже сумели завоевать популярность у детей. Я буду ходить на эту площадку каждый день. Мы тут играли кошки-мышки, играли в рыбака. Здорово, что открылась такая площадка. Мы играем здесь в настольные, подвижные игры. Мы тут играли. Играли в прятки, играли в кошки-мышки, играли в вышибалы. Нам очень понравилось. Я решила все. Это мое. Потому что я раньше работала вожатой сначала, потом воспитателем. У меня в команде много помощников, потому что прошлый проект у меня был «Радуга красок», и все мои ученицы по рисованию, все пришли помогать. Бабушки, дедушки, они, у них всех есть внуки, дети, и поэтому 40 человек в команде.